В единый день голосования северяне выбирали депутатов в органы местного самоуправления в 21 муниципальном образовании Заполярья. Это 235 мандатов, и среди лидеров, с учетом самовыдвиженцев, члены партии «Единая Россия», которые получили 161 место. В Мурманске по предварительным итогам по двухмандатным избирательным округам победили 20 кандидатов, выдвинутых от «Единой России». Всего по партийным спискам партия власти набрала 44,38% голосов, а это означает, что ее члены претендуют еще на 6 мандатов. В ближайшее время это определит территориальная избирательная комиссия. После опубликования окончательных итогов начнется работа по формированию фракций в советах депутатов. Хочу поздравить также и тех, кто не определился, но и тем не менее пришел на выборы. И за это им тоже спасибо. Да, процент может быть и небольшой, но тем не менее это общая тенденция. Каждому человеку, который пришел со своей жизненной позицией и высказал ее, мы благодарны.